Рекламе здесь не место. Незаконную рекламную конструкцию на перекрестке Шереметьевского проспекта и улицы Громобоя специалисты мэрии выявили еще в мае. Но к демонтажу приступили лишь 3 месяца спустя. Даже билборд, который установлен вопреки всем правилам, убрать не так просто. Нужно определить владельца, выписать ему предписание с требованием удалить рекламную информацию и провести демонтаж щита. Хозяина билборда с Громобоя найти не удалось. После запроса в земельный комитет мы получили информацию о том, что это муниципальная земля. Вот, и, соответственно, доложили об этом в управление благоустройства. Вследствие чего администрации города Иваново было выпущено постановление на демонтаж незаконной конструкции. Кто-то получал деньги за размещение рекламы, а вот демонтировать конструкцию приходится уже за счет средств городской казны. В этом году на снос незаконно установленных в областном центре строений выделено 2 миллиона рублей. Информацию о правомерности размещения той или иной конструкции горожане могут уточнить в управлении по делам наружной рекламы. Кроме того, соответствующая схема есть на сайте мэрии. Правда, как нам пояснили, сейчас она на стадии доработки и уточнения. Любой житель города Иваново, он может обратиться в управление наружной рекламы с вопросами. Там на любой вопрос, касающийся рекламной конструкции, законной то ли, либо незаконной, управление по наружной рекламе им даст четкий ответ. То есть законная она или нет. Потому что у нас в архиве хранятся и паспорта, и сведения о той или иной конструкции. На прошлой неделе в ходе рабочего рейда специалистами администрации было выявлено 17 бесхозных рекламных конструкций. Все они в ближайшее время будут демонтированы. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.